Латвии местные жители сняли видео перемещения эшелона с американской бронетехникой. Кадры, которые вы сейчас увидите, сделаны на станции Далби. По прямой оттуда меньше 300 километров до российской границы. Новость вызвала огромный резонанс Прибалтийской республике. Сегодня ее даже прокомментировало командование вооруженных сил. В Риге признали, это действительно тяжелая техника 1-й кавалерийской дивизии армии США. По территории Латвии эшелон шел транзитом в Литву. Как отметили военные, повода для беспокойства нет. Однако напомним, летом этого года даже учения нашей армии, проходившие в тысячи километров от рубежей Украины, на собственной российской территории комментировались с Госдепартаментом США как крайне агрессивные.